В Чебоксарах прошел традиционный межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса». Он посвящен Всемирному дню качества. Сегодня ведущие эксперты обсуждали актуальные вопросы в области качества продукции и услуг. Лучшая реклама любого товара – его качество. Это выражение известного английского предпринимателя Томаса Дьюара сейчас актуально как никогда. Насыщенный рынок товаров и услуг, высокая конкуренция – все это характеризует современный бизнес. Качество, конечно, это инструмент продвижения продукции в этой конкурентной среде. Это вы сами все это знаете, и вы правильно используете эти инструменты. Три кита обеспечения качества – это метрология, стандартизация и сертификация. Последняя бывает обязательной и добровольной, но обе они несовершенные. Эксперты нашли выход. С начала этого года в России стали вводить национальную систему сертификации. Ее главный принцип – прозрачность и открытость всех механизмов. В полном объеме она должна заработать в будущем году. В ней производители на принципах добровольной ответственности могут подтвердить соответствие качества изготавливаемой ими продукции и оказываемых услуг национальным ГОСТам. С запуска национальной системы сертификации, по сути, начался принципиально новый этап в деятельности государства по созданию эффективной системы подтверждения соответствия. Работа идет и в регионах. Поволжский клуб качества – это площадка, где компании и предприятия ПФО вместе решают актуальные вопросы. Для чего мы объединились? Для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы помогать друг другу внедрять лучшие стандарты, в том числе это стандарты для органов власти – и построение системы консалтинга и обучения. На тематических площадках участники форума обсудили вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест и кадрового обеспечения, интеллектуальной собственности и методы визуального управления. По традиции, лучшие предприятия организации республики получили награды конкурсов «Марка качества» и «100 лучших товаров России». Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.